Привет всем! Сегодня приготовим румяные, тонкие блинчики на молоке. Разбиваем в миску 3 яйца, добавляем к ним щепотку соли. И всю эту массу мы с вами перемешиваем венчиком до образования такой небольшой пены. Добавляем сахар и все хорошенько перемешиваем. Вот такая вот у нас получилась масса. И сейчас мы сюда еще вольем 3 столовых ложки или 4 растительного масла и все снова хорошенько перемешиваем. Также я добавлю совсем немножко ванилина. Буквально-таки щепоточку, совсем чуть-чуть. И теперь в эту массу мы вливаем 2 стакана молока. И 2 стакан. Все опять же хорошенько перемешаем. И теперь нам осталось только просеять муку. Просеиваем и хорошенько все перемешиваем. Добавляем муку постепенно, небольшими порциями. И сейчас мы должны оставить нашу вот эту массу, наше будущее тесто, для того, чтобы мука немного разошлась. Клейковина в ней. И чтобы оно сильно у нас густым не получилось. Подождем минуток 10 хотя бы, или 15. Пока наше тесто отстаивается, сковороду мы смазываем небольшим количеством растительного масла и ставим подогреваться. Вот такое вот получается тесто. То есть оно у нас и не сильно жидкое, и не густое. Какое количество муки добавлять, я даже не знаю, добавляю всегда на глаз, вот, чтобы такая была текстура. Если будет слишком густое тесто, можно будет разбавить молоком, а слишком жидкое, то можно добавить муку. Вот так вот выпекается блинчик. Наливаю я где-то вот столько вот в эту сковородку теста и ждем, пока вот эти краешки начнут у нас схватываться. Ну, блинчики вот такие вот получаются, тоненькие, румяные и очень вкусные. Вот краешек у нас уже хорошо схватился. Блинчик уже подпекается, значит, скоро его можно будет уже переворачивать. Перевернули буквально несколько секунд и снимаем с плиты. Ну и таким же образом выпекаем остальные. Вот такая вот стопочка блинчиков у нас получилась. Очень аппетитные, румяные, тоненькие. Поэтому, кому понравился рецепт, попробуйте его приготовить. Ну а всем тем, кому понравилось видео, подписывайтесь на канал, заходите почаще в гости и пока-пока. До новых встреч!